В администрации состоялась первая сессия городского совета третьего созыва. Вновь избранные депутаты утвердили структуру совета, перечень постоянных депутатских комиссий, избрали председателя. Подробнее расскажут Тина Копачевская и Александр Косицын. Первую сессию городского совета открыл председатель Славянской территориальной избирательной комиссии Анатолий Чумаков. Он огласил итоги избирательной кампании 14 сентября 2014 года. В новый городской совет избрано 35 депутатов. 20 из них продолжают работу в третьем созыве. В день выборов горожане вновь оказали доверие депутатам, отдав за них свои голоса. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков огласил общую цифру проголосовавших по району. В списке избирателей 14 сентября на выборах было внесено 98 166 избирателей. Приняли участие в выборах 38 909 человек избирателей, что составляет 39,63%. В этот день Анатолий Чумаков выдал избранным депутатам выписки о решении территориальной избирательной комиссии Славянская, удостоверения и депутатские значки. Также путем открытого голосования депутаты избрали председателя совета, единогласно проголосовав за Андрея Ракуленко. Присутствующий на расширенной сессии глава района Роман Синеговский пожелал народным избранникам успехов в решении непростых проблем. На сегодняшний день много лиц знакомых, которые уже не первый раз у нас работают в депутатстве, которые выбраны жителями, да? Много новых лиц. Я считаю, что вот это слияние молодости, мудрости, опыта, оно, конечно же, даст тот толчок к Славянскому району, благодаря которому мы будем жить с вами еще лучше, благополучнее. Один из выбранных депутатов Татьяна Клименко впервые подала свою кандидатуру на участие в выборах депутатов городского совета. Это событие было для нее волнительным, так как она понимала всю значимость и ответственность должности депутата. Предвыборная кампания, она была достаточно напряженной для меня лично, потому что много пришлось работать с населением, много пришлось работать индивидуально, много приходилось решать вопросы вот уже по ходу избирательной, предвыборной избирательной кампании, где включалось там где-то порешать вопросы тротуар, где-то там лампочки, чтобы освещение было во дворе. Торжественная часть первой сессии городского совета депутатов подошла к концу для всех приглашенных гостей. А депутаты остались, чтобы решать и обсуждать вопросы повестки дня. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».